Расслабиться, поболтать в Дискорде с настоящим геймером. Заходите на этот канал, ссылка в описании. Он вас ждет и практически не дождется. У меня иногда бывает, что ты просто устал слушать чей-то голос и просто хочешь смотреть геймплей. И есть вот этот замечательный канал, ссылка на который есть в описании. Он играет в Unreal Tournament 99, прям классикой запахло. С ним можно поболтать в Дискорде. Также он играет в Skyrim и в Ведьмака недавно тоже играл. Поэтому заходите к нему на канал. Хотите расслабиться, отдохнуть, на стриме пообщаться в Дискорде с ютубером? Пожалуйста, заходите, ссылка в описании. Всем привет, народ, и добро пожаловать в мир VR вместе с вашим VR-проводником Евгеном. Ну, я хотел представиться максимально красиво. Всем привет. И, ребята, мы на прошлом видео, вам оно понравилось, насколько мне известно. Ну, мне так сказали. На самом деле, мне никто ничего не сказал, я сам посмотрел, неважно. Ребята, мы набрали с вами те 300 лайков, про которые я вроде бы говорил, да? Да. Давайте наберем 500 на этом видео. Возможно ли это в принципе? Да, я в нас верю, ребят. Давайте наберем 500 лайков на этом ролике. Я погружаюсь в VR. Если вы еще не подписаны на VR, главный VR-канал Ютуба, канал Евгений Рус, то самое время это сделать. Потому что я кстати, тут прикольно, смотрите, ковры. Прям как у бабушки дома. Так вот, я ошалел, и VR у нас будет теперь много, и надеюсь, что часто. По крайней мере, с Resident Evil VR-ить можно много, например. И VR-игр, кроме вот Resident Evil, еще много, есть несколько хорроров. В общем, ждет нас много всего интересного. Сегодня мы будем кушать бабушкин суп. Будет ли это интересно? Нет, кино я смотреть не хочу. Уже насмотрелся. Все, отправляемся в мир VR. Ребята. Кстати, вы бы хотели, чтобы я перепрошел Resident Evil 7 VR? Ответ стоит писать в комментарии. И если вам интересны какие-то конкретные VR-игры на PlayStation 4, ребята, предлагайте. Многие мне предлагали Serious Sam в VR. Есть такая игра Serious Sam в VR. Какая-то Fusion, что-то там. К сожалению, она только на ПК, на PS4 ее нету. И как бы PS VR, понимаете, в чем прикол? PlayStation VR только для PlayStation. Он не работает на ПК. То есть я могу играть только в игры с PlayStation 4. И если у вас есть какие-то на примете, пожалуйста, вперед, я как бы рад. Мы с вами будем проходить спальню, мое любимое. Сыграть в спальню, окей. И я, кстати, крыс не нашел в прошлый раз, когда я играл, мы это исправим. Кленси просыпается от прелого запаха нестиранного постельного белья. Черт возьми, надо было белье постельное принести понюхать. Где он, черт побери? Почему он в постели? Наверное, трахался. Черт, он в доме бейкеров этих безумцев. Ему насиловала бабка Рита. Секунду спустя он вспоминает, это был не кошмар. Та женщина его поймала и сунула что-то резко пахнущее под нос. Наверное, осунула свою. Неважно. Неважно, что она сунула ему под нос. Ну, давай, пускай меня в мир VR. Я реально как будто в кинотеатре сижу, кстати. Правда, кинотеатр как-то странно изогнут, но это неважно. Когда начнется самое действие... Что там было написано? Что-то дерьмо. О, началось. Ни хрена себе. Серьезно, смотри, у меня есть... Что с моими руками? Почему у меня руки отрублены? Что это за дичь? Что вообще происходит? Где я? Баба Рита, здорово. Да, хорошо спал, бабусь. Так зачем-то... О, я доченьке понравился. Это она меня сюда привела, в кроватку сразу. Да, у меня свои вкусы, бабусь. Я из России, у нас там немножко другая кухня, не как у вас в Америке. Да я и не распробовал, поднеси поближе. Чё это, бабусь? Не пойму. Уха? Пойти поиграть? Пахнет вкусно, правда же? Варианты ответов. Прям РПГ какая-то. Ого, какая вкуснятина. Я не буду это есть. Оно дерьмом воняет. Я не хочу. Ну нельзя так отвечать бабе Рите. Посмотрите на бабу Риту. Разве можно такую потрясающую женщину обижать? Конечно же нельзя. Я не хочу есть, освободить. Не, ого, какая вкуснятина. Конечно же, баба Рита старалась. Вот смотрите, там косточка даже плавает. Небудь мясо. Филе миньон туда положил. Ай-яй-яй-яй. Все, вкуснятина. Чё-то бабушка, не надо так близко, личное пространство.
Текст просачивается через ваше лицо, бабусь. А, хорошо. Бабусь, не надо так орать, я просто хороший едок, я жирный. Я жирный, как Куплинов, то есть я люблю есть, и хорошего человека должно быть много. Я шучу. Ага. Тяжелый выбор, я, наверное, возьму ложку. Лучше это была вилка, на самом деле. Окей. Бабушка тук зать... О, смотри. Оно открылось. А? Чё так темно стало? Чё, свет выключили? Фонариус. Берем фонариус. Все идет хорошо. Так, окей. Да, это, кстати, похоже на то. Так, окей, займемся поиском крыс. Господи, VR, конечно, колбасит жестко, когда вот так крутишься. Но, блин, играть иначе дико просто неудобно. О, вот она. Криса номер один. Видите, нашел. Так, что за картина без... Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Да твою мать! Так, сюда нам положить, к сожалению, нечего. Так что, наверное, мы поставим картину на место. Постой, да, картину на место поставим. Постой, может, с обратной стороны картины что-то есть? Я вообще не помню, как проходить вот этот фрагмент. Вот этот фрагмент, как его проходить? Ни хрена я не помню, но я постараюсь пройти его на 10 из 10. Так, окей, ты не открываешь, давайте сюда топнем. Окей, картина надо развесить, собственно, вот здесь. Но это в самом конце, в самом конце. Так, тут какой-то гримуар, блин. Книга мертвых для Жени. Это что, это зажигалочка? Не-не, лучше это не дергать, ребята. Лучше это не открывать. Он отломается и придет бабуся. И накажет. В то же время, что и на остальных часах. Так, на остальных часах. В то же время, что и на остальных часах. Черт возьми, меня реально немножко плющит. Сколько на остальных часах? На какие еще часы есть в этой игре? Что-то я не знаю. Под кроватью что-то вроде двери. Окей. Что-то мне реально хреново. Ой. Сломалась. Сломанная минутная стрелка. Ребята, я тут поломал немножко. Надеюсь, бабушка не будет обижаться, что я сломал ее часики. Ой-ой-ой, сломанная минутная стрелка. О! Ну, обратно не вставится, то хоть это взломаем. Бабуся. Так, 5 часов. Твою, сука! Ой-ой-ой-ой. Надо вернуться. Это бабушка, нет, это не я. Это подкинули, заставили сына. Все, на место. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все хорошо, все идет хорошо. Ой, вот ждать Маргариту встать. У нас есть время, не, мы будем ее ждать. Мы будем ее ждать. Постой, серьезно? Просто сидеть и ждать? Вы серьезно? Не, я не уверен, что это блюдо интересное. Я не знаю, бабусь, я не разумею. Черт, ну прикольно, смотрите, тут прямо оголовье кровати, и вообще, тут вот моя рука внизу лежит. Ну тут прикольно, вот так ты смотришь, и как будто реальная жизнь, да? Черт, правда, реально голова кружится и тошнит, вот первое, что я могу сказать, реально голова кружится и тошнит. Черт, Ази, все, бабуся пришла. А, бабушка, привет. Так, погоди-ка. Конечно, бабушка, я так тут и сидел. Ничего не делал плохого. Так я не голодный, чё-то.
Да я не голоден, можно потом? В холодильник поставишь, не стухнет. Вот тут уже все стухло. Надо было какашку кота, кстати, сюда положить. Под нос себе. Для аутентичности, чтобы воняло калом. Потому что мой кот просто обосрался сегодня. И вот недавно, буквально до момента записи видеоматериала. И, наверное, надо было не убирать этот кал под нос себе. Так, окей, свет. Мне нужен свет. Можно ли? Окей, фонарный крюк прикреплен крепко. Нам нужно что-то жесткое, чтобы открыть это дерьмо. Так, окей. Да. Ага. 5 часов дня, чуваки. Там было 5 на тех часах, как я запомнил. Я думаю, что нужно прикрепить стрелочку сюда. У нас есть зажигалка, ложка. Картина А. Постой, я вот серьезно сейчас не могу вспомнить, а как нужно все картины расставить? По-моему, реально надо сейчас взять все картины и расставить. Не, серьезно, вы бы знали, как дико тошнит в VR. Вы бы знали, как дико тошнит, когда оно так плавно перемещается. Окей, Женечка немножко сменил режим поворота. Теперь мы поворачиваемся вот так на 30 градусов по нажатию кнопочки. И так меня тошнит немножко меньше. Поэтому окей, все. Теперь вы знаете главную проблему VR, на самом деле, в такой игре, как Resident Evil. То есть игра типа Until Dawn Rush of Blood, она нормально воспринимается. Но, VR, но где нужно прям вот ходить жестко, это вот прям тяжело. Особенно если ты до этого ночью не спал, кстати. Прям реально вот прям хреново становится. Черт возьми, я не очень уверен. Так, поближе. Швейная игла. Наверное, надо вернуть все как было, да? Вдруг бабка придет. Все, что нас интересовало, это швейная иголочка. Все остальное можно оставить себе. Окей. Окей, швейная игла. Давайте попробуем отодрать вот эту штуку. Я серьезно не помню, как проходить. Фонарный крюк прикреплен к стене. Окей, значит, он не подходит. Тут, кстати, еще где-то крыса была, не? Нож! Я нашел нож, ребята. Добро пожаловать в мой мир. Мир, где есть ножи. Мир убийцы опасности. Не, серьезно, значит, меня сейчас вырвет, чуваки. Не, ну а как ты хочешь, чтобы я это сделал, блин? Надо вилкой. Да я помню, вот эту штуку надо как-то откручивать. Но вот как это, блин, сделать? Я не помню. Хоть убейте. Окей, иголочку сюда. Ха, 5 часов дня, да? 5 часов дня. Главное, вы знаете, был бы интересный ролик, если бы меня вырвало прямо вот, вот сейчас. Сначала смерть одаривать чмо человека за ж... Чёрт возьми, чуваки. Времени мало. Мне нужно повесить фонарь и вернуться в спать. Спатеньки в кроваточку. Что-то реально хреново в VR, ребят. Вы даже не поверите. Все, ждать Риту. Все, ждем. Я тут пока отдохну, посплю. Все нормально, ребят. И обращайте внимание, ща Ритусь придет. Ридусь, приходи скорее, человеку плохо. У нас куча времени, на самом деле. Я не знаю, почему, кстати, таймер идет, для чего он. То есть, типа, можем сбежать, что ли? Хотя это не имеет особого смысла. По крайней мере, сейчас, когда мы ждем бабку, это уже не имеет смысла. Подождем, подождем. О, вот и ты. Бабуся. Это что там у тебя? Новое? Я старое не доел. Бабусь, зачем переводить продукты? Пахнет блевотиной. Не, никого не было.
Что? Что не так, бабушка? Я не вставал. Нет. Твою мать, бабуся, что с тобой? Твою мать, ты охренела, бабка тупая, сука! Тварь мразота! Тупая бабка. Бабусь, прости! Не хотел. Хотел, на самом деле. Лак. О, вилка! Вилкой в глаз или... Неважно. Печь. Больше похоже на... Вилка. Хорошо. И вкусности. Что-то пошло не так. Что будет, если съесть еду, ребята? О, давайте на вилочку насадим немножечко еды. О, нет! Зачем ты это съел? Твою, сука, мать. Нахрена ты это стал есть? Думал, Геркулесом станешь. Ни хрена. Твою мать. Прочно привинчено. Черт возьми, откройте. Не совсем подходит, хорошо. А что насчет ложечки? Опа. Видишь, никакие болты не проблема, когда у тебя есть вилка, ложка и нож. Я мог открыть свою небольшую кулинарную школу с этим набором. Что я? Так, окей. Может, вилкой? Прикреплен пробкой. Может, не просто, я не знаю, ложкой? Чем? Чем мне тебя отодрать, а, фонарный крюк? Я могу вот так делать, кстати, я могу баловаться. Я помню, что как-то можно снять вот эту херобору, но вот как именно, я не помню. Так, окей. Да. По-моему, здесь можно уставить печь. Использовать предмет с печью, да. Мне нужно ее разжечь, вот оно. Заправить надо. Ха. Что если я заправлю ее из зажигалки? О, еще гостиница. Черт, я забыл застегнуться. Она сейчас увидит. Как всегда. Бабуся. Постой, она не замечает, что ли? Серьезно? И пофиг, что я расстегнулся. Постой. О, сейчас заметит. Сейчас заметит. Каждый раз что-нибудь я забываю, ребята. Я уже третий раз пытаюсь теперь пройти идеально, но мне ничего не выходит. Я постоянно что-нибудь забуду. Я так... Просто в VR это еще тяжело, потому что с каждым... Черт возьми, потому что меня заебала эта игра. Иди нахуй! Бабка тупая! Страшно, твою мать! О, смотри, я раньше это не читал. Маргарита снова вышла на тропу войны, когда она орет еще ничего. Здесь начинает играть в молчанку, жди беды. Одно слово поперек скажешь, и она как с цепи срывается. Остается только ждать. Кто это писал? Черт бы побрал Зою. Маргарита наорала на нее за то, что Зоя... За то, что... За что-то, а Зоя возьми да пригрозей ножом. Господи, читать в VR это такое? Ну, это такое. Вот так, взяла и вытащила из-за шкафчика. Кто знает, где еще она припрятала ножики. А, вот это подсказка, где нож. Надо поискать везде за мебелью в доме. А, вот она. Что же мне делать с этой девчонкой? Похоже, она не ценит любовь семьи. Это, скорее всего, записка, ну, засранца. Тот, который welcome to the family. Постой, у него какой-то глаз был белый один. Видели? Так, окей, крыса номер два. Постой, или это номер три? Вот, забейте, я не знаю. Так, окей, все, открываем это дерьмо. И сейчас все будет, все будет. Нож, кстати, был неровно, ты как будто по деревяшке резал. Так, окей, не-не-не, нам это сейчас не поможет. Объединяем, вот что я сделал не так в прошлый раз. Вот, нужно объединить вот эти, вот это вот все, и печка готова. Теперь ее можно будет поджечь. Можно будет прогнать пауков. Но если никто не придет, тут не будет смотреть, что я... Понимаете, если она еще раз блеванет на меня, то все, это финал игры, переигрываю все заново. В миллионный раз уже, наверное, десятый. Потому что у меня то мне вчера плохо стало в VR, то сегодня я фейлил, я проходил не так, я... Ай-яй-яй-яй. Потом она сейчас придет. Черт.
Ща, подожди, бабусь. Нельзя испытать. Что можно? Дверь вроде закрыта. Так, вроде окей, все схвачено. Бабушка, не надо. Вот это сейчас последний раз придет, сразу вешаем фонарь. Пока не открутим. Просто понимаете, если вы открутите, вот сейчас штопором, если выкрутить эту дербанину, то все, будет жестко. Так, а постой, а как закрыть? Постой, а закрыть как? Как закрыть? Я хочу ждать Маргариту, как... Все, фу. В прошлый раз, кстати, когда я нажал ждать Маргариту, она автоматом не закрылась, и это вообще ненормально было. О, здравствуйте. Я, видишь, я съел немножко. Ну, видишь, я съел. Да нормально все, я все убрал. Бабусь, не надо, я все убрал, серьезно. Ну, вот, видишь? Да, да, тут еще посмотри. Блин, а там нельзя им посмотреть, что на лестнице? Ничего. Да я съел одну. Да я съел одну. Бабусь. Что она такая злая? Я ж съел. Ай-яй-яй-яй, я ж съел. Я съел. Я съел твое хавно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что тут можно сказать лишь одно. Слава говну. Так, окей, все, поехали. Кстати, вот этот разворот, он меня не укачивает, что вот довольно странно. Я думал, что вот именно такие развороты резкие укачивают. Криса. Я нашел всех трех. Не знаю, почему. Где мое достижение? Алло, VR. Где мое достижение? PlayStation. PlayStation, connecting people. Так, окей, возьмем штопор и сделаем это. О, да, о, ебо. Ну все, ребят, если она придет, мне хана. Все. Это, ребята, финальный аккорд моего путешествия в мир ада. Крутится, вертится моя тупая мельница. Я Дон Кихот. Так, окей. Нельзя использовать. А как? Я просто забываю, как. О, вот оно. Вот теперь можно. Ну, а теперь. Опять нельзя. Да что ж тебе надо? Я не помню, как здесь. По-моему, фонарь надо сунуть. Да, в это дерьмо надо сунуть. Фонарь. Так, окей. Все. Сюда. Вот это. Готово. Еще вилочку осталось. Летающее нечто. Мне кажется, не тот пьедестал. Мне кажется, не тот пьедестал. Туда вилку надо сунуть. Черт возьми, может она не в той позе. У меня такое ощущение, что эту вилку сместить надо. Так, не-не-не, все в правильной позе. Так. Телефон хватит, я же тебя вырубил. Не пугай меня так, страшнее, блин, игры телефон только. Что-то, как будто почти так, но не так. Почему в VR? Почему это так тяжело? Да я же правильно делаю, игра, засчитывай, все верно. А, надо нажимать на X, хорошо, понял, на X нажимать, чтобы ты засчитал. Отпечатывать в сознании, в мозгу. Я думаю, если тебя перевернуть, то все будет в ажуре. Сейчас немножко еще угол другой. Черт возьми, ну тут твою мать, ну давай, вставай как надо. Так, не хочешь? Не хочешь, зато я хочу. Все нормально. Более-менее вписалось. Натяжечки такой. Ключ змеи. Где ты? Тут дырка же есть. О, бабка. Было у бабуси два веселых гуся. Постой. О, вот он нож. Вот он, знаменитый нож. Бабушка хуябушка. Очень темно и страшно. Больно, ты уже мертва, ты заражена вирусом Зика. Так, постой, как открыть?
Ща, ключ где? Где? Где ключ? Где ключ? Все, открыли. Быстрее! Быстрее, игра, твою мать, анимация! Все, пока, бабушка, я съебав. Все? А что загрузка пошла? Я сбежал или не сбежал? Все, я сбежал, я молодец. Я молодец, мы это сделали. Ха, ребята, ха, все получилось. Черт, запись этого ролика на самом деле была очень огромной головной болью, потому что первый день я вчера записывал, у меня затошнило жестко, потому что, ребята, запомните. Все нормально, все, со мной все нормально. Не играйте в VR. Когда вы не выспались, утром тоже не играйте, сейчас утро, и меня тоже немножко вставило после VR. В плохом смысле. И не играйте в VR, в общем, когда вам плохо. Играйте только, когда вы здоровы, вам хорошо, вы в хорошем расположении духа, иначе вы будете бомбить. В общем, вот так вот, да. Это то, что я хотел сказать. VR — это опасно. На самом деле, там вот это предупреждение, я думал, что, ну, это, знаете, фигня, как про эпилепсию. Ну, окей, для эпилептиков это не фигня, фигня. Но, действительно, это предупреждение, что, типа, снимите VR, если вам станет плохо. Действительно, нужно к нему прислушиваться. Вчера я не снял VR, как только мне поплохело, и потом весь день мучился. В общем, VR — это такая штука, она прикольная. Нет, от него, я знаю, кому-то прям сразу плохо становится, мне нет. Я даже в нем играл в DLC Кошмар. Я играл в Кошмар, где нужно отстреливать зомби, крутился, вообще вертелся, отстреливал, знаете, было нормально. При этом это было не утром, и где-то вечером я это делал, уже потом, уже когда я был бодрый и выспавшийся. И было нормально, то есть я абсолютно себя комфортно чувствовал, там, знаешь, посидел 40 минут в VR, снял его, и, ну, знаете, нормально. А сейчас, и мне что-то до сих пор со вчера, ну, так, мутит немножко. Ну, ладно, не сильно, я смог это сделать, я палец вверх за то, что Евген не умер. Да заебал телефон гудеть постоянно, и надо просто выкинуть его в окно, гудит, не переставая. Всем спасибо за просмотр, и пока, ребята. Я просто что-то, я не знаю, с утра как-то бомблю сильно, не знаю, греется, вот, как будто я на печке сижу. Всем пока.